с вами что видим? Что нарисовано? Ягоды, листья, цветы. Вот так два века назад выглядел почти каждый деревенский дом. Уральские мастера детально расписывали все зоны крестьянского жилища. Ягоды, цветы, березовые рощи и бескрайние поля встречаются на оконных ставнях, дверях и стенах. Под кисть умельцев отправляли и домашнюю утварь. Здесь что у нас за чемодан такой стоит? Это, наверное, сундук для вещей. Это сундук, молодец. И еще на нем стоит прялочка. Окно в мир уральской росписи свердловчанам открыл Центр традиционной культуры. На стендах больше 300 экспонатов. Один из самых ценных – вот эта деревянная прялка. Изделие с 200-летней историей предоставил коллекционер с Дальнего Севера. Каждый рисунок на этой выставке, говорят специалисты, со смыслом и своим особым назначением. В росписи отображались какие-то очень важные моменты жизни семьи или порой даже целой деревни. Например, в Синичихе встречаются фрагменты стен, где есть, когда поезд приезжает в деревню, то есть, видимо, проложили железную дорогу, и это вот художник отразил в росписи. От таких узоров глаз не оторвать. Этновыставку ежедневно посещают десятки горожан, а многие приходят целыми семьями. Маленький Владик впервые на подобной экскурсии. Мальчик уверяет, сюда попал по собственному желанию. Захотелось отдохнуть от телевизора, компьютера и мобильного телефона. Мне, в принципе, такая обстановка вполне устраивает. Я вот жил когда у бабушки, там даже ни телефонов, ничего такого. Мне это, в принципе, устраивает, мне даже там нравится находиться, собственно. Потому что вот, если честно, вот, из дня в день хочется окунуться во что-нибудь такое более древнее, не знаю, новое впечатление получить. Мастер-класс по росписи матрешки – один из зрелищных этапов экспозиции. Взять в руки кисть и краски может любой желающий. И только с первого взгляда кажется, что в этом процессе нет ничего сложного. Например, моей работе до идеала еще далеко. Ну что, по-моему, получилось вполне сносно. Во всяком случае, это мой первый опыт. Как считаете? Ну, я понимаю, тут несколько нюансов я не соблел, да? Но все-таки, если говорить в целом о матрешке, на что нужно обращать внимание при ее росписи? Ну, всегда обращали внимание на то, что краски были яркие, достаточно контрастные между собой. Рисовали разные какие-то цветы, рисовали узоры. Ну, в основном это всегда были, конечно, цветочные какие-то орнаменты изображали. То есть какого-то такого берегового смысла все-таки она не несла. Просто больше такой... Ну, игрушка, сейчас декоративный, наверное, да, характер. Да, это все-таки была в первую очередь игрушка, когда создавалась. Организаторы тем временем уже строят планы на будущее. Говорят, скоро порадуют свердловчан новым культурным событием. В Екатеринбурге пройдет Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев день». Илья Дерюшев, Дмитрий Высоцкий, Екатеринбург.